В канун Дня независимости в Петропавловске чествовали служители Фемиды. На торжественном собрании говорили о развитии и достижениях судебной системы за годы суверенитета, а также поручение главы государства, которое Нурсултан Назарбаев дал на 7-м съезде судей. После чего лучшим работникам вручили государственные и ведомственные награды. Судья областного суда Юлия Иванова удостоена медали «Ерен Енбегаушин». Отметили труд и других североказахстанцев. Группа служителей Фемиды в честь праздника получила медали, грамоты и благодарственные письма. На сегодняшний день система отбора судейских кадров, именно судей, настолько усложнилась, что самые достойные, отвечающие всем требованиям современного времени, отбираются на эту должность, обладающие большим жизненным опытом, безупречной репутацией, естественно, профессиональными высокими знаниями. И, соответственно, можно сказать, что на сегодняшний день судейский корпус представляет самые достойные члены нашего казахстанского общества.